ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Организация Объединенных Наций заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы крайне заинтересованы в нахождении путей, чтобы создать условия для эффективного диалога, скорейшего прекращения огня, мирного разрешения», цитирует ТАСС генсека. Гутерреш отметил, что знает о претензиях России, но выразил мнение, что решать спорные вопросы нужно в рамках предусмотренных ООН механизмов. «Хотелось бы сказать, что я понимаю, что Российская Федерация имеет ряд претензий. Однако устав ООН предусматривает большое количество механизмов, позволяющих рассматривать подобные озабоченности, в частности, Международный суд», — добавил он. Генсек вновь предложил создать контактную группу для решения гуманитарных проблем на Украине, в которую также должны войти Россия и ООН, чтобы создать действительно безопасные коридоры, которые соблюдались бы всеми для эвакуации гражданских лиц. «Я знаю, что сегодня у нас в связи со сложной ситуацией на Украине есть разные интерпретации относительно того, что там происходит. Но это не ограничивает возможности по ведению очень серьезного диалога по снижению страданий людей», — отметил генсек. По мнению Гутерреша, диалог должен идти, несмотря на разное ведение ситуации по Украине. «Все сообщения о военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права на Украине должны быть расследованы», — заявил Гутерреш. «Они требуют независимого расследования, имеющего полную достоверность и приводящего к наказанию виновных», — подчеркнул генсек. Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но они не особо интересуют оппонентов. Глава МИДа подчеркнул, что если они будут идти в том же ключе, что и сейчас, то переговоры вряд ли будут иметь результат.